Check the mic and make sure it sound right, boys. Всем привет! Вы на канале Industrial Tool, с вами Андрей. И как вы поняли из названия видео и из превьюшки, я решил сделать профилактику аккумуляторной кофеварки. Модель кофеварки DCM501. Видео про эту кофеварку уже у меня было на канале. Правда, там проблемы были с микрофоном. Вот, я ее уже разбирал. Но для чего я решил снять это видео еще раз? Я тут заметил одну очень интересную вещь. Дата выпуска 2018 год, 9 месяц. И посмотрите, что здесь указано. Если устанавливать аккумуляторы 10,8 вольт, 12 вольт, то кофеварка выдает мощность 190 ватт. Если 14,4 вольта, то 270 ватт. А если аккумулятор 18 вольт, то 300 ватт. И вот здесь какая-то незадача, потому что посмотрите, вот она плата, вот они клеммы от аккумуляторов, они подключаются вот минус, плюс, минус, плюс. С клемм питание приходит вот на эту плату, это выводы тоже на аккумуляторы контрольные, то есть по этим проводам идет сигнал о защите от перегрева аккумулятора или от переразряда, потом датчик идет на TEN, датчик температуры, и идет вот это питание, точнее не питание, а сигнал на индикатор и на кнопку включения. А вот эти два провода уже выходят, это выход, идет питание TEN. TEN выглядит вот таким образом, трубка пустая, через которую проходит вода, а сзади, ну, обычный TEN, вот такой дугой. И почему я внимание именно уделил вот этой мощности? Посмотрите на TEN. На TEN на самом указано. Питание 10,8 вольт, 190 ватт мощность. Вопрос. Может ли TEN, или что это значит, что если мы подключаем 18 вольтовый аккумулятор, то TEN работает у нас, как бы превышая свои, так сказать, характеристики. И можно ли так делать? Ну, раз Makita решила, что можно, то, наверное, можно.
Если смотрят меня специалисты Makita, да и вообще кто в тенах соображает больше, прошу написать в комментариях, как это понимать, вот эти вот характеристики, которые указаны на упаковке. Больше ничего тут интересного нету, будем собирать. Деталей здесь вот такое количество. Я уже, если честно, забыл, какие откуда. Но попробуем вспомнить. Самые первые детальки, вот эти маленькие, вот это я вообще не понимаю, какую роль они играют. То они дают, они прикручены вот здесь. И на схеме они не нарисованы. Вот так. Один. И второй. И причем сверху они закрываются. И получается прикручены еще снизу. Вот здесь два самореза. Не знаю. Какая-то бессмысленная деталь. Да, это у нас получается, чтобы сливалась вода. Когда стакан, контейнер устанавливается вниз, вот здесь нажимается, и вода начинает поступать в кофеварку. Убираем, и вода не проливается. Прикрутили. Теперь с этой стороны у нас вот здесь установлена вот такая пимпочка с пружинкой. И сверху все это закручено вот этим соплом. Закрутили. Кстати, вот эта пимпочка, это никакой не датчик, это просто, чтобы у вас не выпадала защелка, просто вот и держится. Далее нам нужно одеть вот этот шланжик. Шланг силиконовый. Как-то он здесь сделан не очень красиво, потому что вот здесь у него изгиб. Почему они так сделали, непонятно. В принципе, вот эта верхняя часть почти собрана, осталось закрыть это все крышкой. Крышку закрыли, ручки прикрутить можно потом. Самое главное, это закрутить теперь ее на 6 саморезов. Закручиваем плату вот на эти два самореза, ставим трубочки и еще один саморез, который соединяет тен и плату для жесткости. Внутренняя часть почти готова, можно подсоединять средний корпус.
Смотрим аккуратно, чтобы никакие провода нигде не мешали. Все, корпус оделся. И закручиваем его на 4 самореза. Точнее, на 6. Закрутили. Выводим провода под клеммы аккумуляторов. Под эти колодки. И подключим выключатель. Точнее, не подключим, а закрутим. Держится он здесь на 2 саморезах. Прикручиваем вот эти колодки на место. По-другому их тут не вставишь. Есть только одно положение, как их можно поставить. Прикрутили. И устанавливаем на место. Подсоединяем вот эти провода. Ну, можно было заранее, удобнее было бы. Одеваем теперь вот эту крышку защитную. Нужна она для того, чтобы вы одновременно не установили 2 аккумулятора. Видимо, нельзя этого делать. Закручивается она на 2 саморезах. Вот здесь. Вот с такими шайбами. Закрутили, пробуем, крышка ездит и ставим на место. Подключаем провода к клеммной колодке. Они прямо тут по порядку так и идут. Так, закрутили. Все, провода уложили и теперь закрываем наше дно. Низ закрутили и теперь остается у нас подсоединить ручки. Ручки одеваются просто вот так вот. Раз, вторая часть сюда же. И здесь они соединяются между собой. Точнее, надо было наоборот вот так. Соединились и 2 самореза. И теперь надеваем крышку. Теперь нам осталось налить немножечко водички. И предлагаю провести эксперимент. Возьмем тестер, возьмем аккумулятор, 5-ку. Давайте проверим. Аккумулятор новый, 2 заряда всего лишь было. 23 вольта, запоминаем, все ячейки заряжены. Налил воды 240 миллилитров,
Устанавливаем воду в кофемашину. Закрываем. Так, вытащим отсюда. Так как кофе мы сейчас использовать не будем, ставим чашку. Устанавливаем аккумулятор. Еще раз можно здесь убедиться, что он полностью заряженный. И включаем. Так как без крышки сильно брызги летят. Долго она. Я так понимаю, пока вода вся не кончится. Все, отключилось. Смотрим. Вода, наверное. Да, вода полностью ушла. Аккумулятор нагрелся, ну, не так сильно. Одна палочка высадилась. Смотрим на приборе. Где-то 40% высадилось. Никаких перегревов, там повреждений нет. 18,6 вольта. Ну, то есть, вот раз, два, три, четыре, пять делений. Здесь еще раз, два, три, четыре, пять делений. И два должно остаться. Если второй раз запустить. Давайте попробуем еще раз запустить. Налил холодной воды, потому что в инструкции написано, горячую воду употреблять нельзя. Там неправильно будет реагировать датчик температуры. Так. Установили. Давайте, наверное, закроем это все дело, чтобы брызги не летели. Еще раз смотрим. 18,6 вольта, и у нас 5 делений съело первый раз. Запускаем этот же аккумулятор повторно. Все, отключилось. Смотрим. Полная кружка кипятка. Опять пустой контейнер. То есть воду она всегда выливает полностью. И достаем аккумулятор. Сейчас он нагрелся чуть-чуть сильнее, но я бы не сказал, что он прям, ну хотя да, такой горяченький. Смотрим. Так, по этой шкале заряда у нас видно 10, 20, 30% осталось. Повреждений нет. И получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ячеек. Ну, я считал, что 10 будет. И 17,2 вольта. Вот, в принципе, как потребляет аккумулятор и кофеварка. Кому понравилось данное видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!